Так, пистолет, лом, все взял. Пойдемте на ядерную станцию, потому что там должны быть выжившие. У них же там есть всякие таблетки от радиации 100% там. Рома! Рома, ты приехал! Ура! Ты кто? Ты кто? Да это я, Подожди. Андрюха! Да! Я Короче, вообще в этом костюме не узнать. Ты где его достал? неважно, бери это, бери свой костюм, оружие. Это у тебя откуда? Давай потом расскажу, сейчас нет времени. Мы должны бежать на ядерную станцию, потому что там 100% должны быть выжившие. Какая гадость невкусная. Подожди, подожди. Надо это отстыть. Ой, фу, какая гадость. Понимаю тебя, мне это Андрей, просто сидит. подожди, давай рассмотреть логически. Вдруг в шахте кто-то есть? Она же под землей. Точняк. Смотри, дверь разъела радиацией, ты Ты представляешь? уверен, что ее Ну разъел? Может, как ее это? выбили просто? Смотри, Как? там броня лежит. Ты тут броня лежит. В смысле? Тут на рельсах броня лежала. Ладно, возьмем, пригодится. Подожди, куда ты? Я сюда. Подожди, там какой-то человек. Лера, что? Лера? В смысле? Что он там делает? Лера, алло. Лера, ты жива? Что? Лера, привет! Что произошло? Короче, станция взорвалась. Немедленно надевай броню. Надевай броню всю и съешь таблетку. Она гадкая, но ее придется съесть. Андрей, Что? подожди. Что, Ром? А как мы в эту войдем? Нам же какой-нибудь лом, что ли, нужен или топор? У меня лом есть, не волнуйся. Откуда? Рома, Лера, держи противогаз. Шайтан какой-то просто. Так, Дай все. лом, да. Лера, пошли с нами. Лом у меня будет, все, неважно. Нам сейчас нужно идти. Ребята, Что? давайте лучше сначала я вас Лера, отвезу, догоняй. а потом пойдем, хорошо? Лера, как ты смотришь на то, чтобы нас Рома отвез? Да, я вообще еще ничего не поняла. Я, конечно, не против. Я бы поскорее уехала и в больницу легла, потому что я вообще ничего не понимаю. Мне так голова раскалывается. Окей, ну тебе после таблетки должно стать легче. Так, Ром, заводи машину. Так что, подожди, может, да, хорошо. Давай. Давай. Заводится? Что? Что? Что случилось? Бензина нет! Бензина нет. Как я сюда приехал-то, я не знаю, ребята. Черт! Был бензин. Был Его бензин. как будто кто-то украл. Черт! У меня же полный бак был, когда я заправлял последний раз машину. Я, блин, вот именно. Я половинку только израсходовал. Это как? Это тоже радиация как-то или что Я это? не... Может, его сперли? Может, его слили? А то тут Не никого знаю. нету. Не знаю. Ладно, ребят, пошлите на ядерную станцию, потому что там должны быть выжившие. Хорошо. А как мы их домой-то отвезем? Зачем нам, блин, что-то еще? Мы можем им дать таблеток, чтобы они какое-то время продержались, и когда мы приедем, вызовем сюда спасателей. Потому что связь Там здесь... что-то за гаражом, смотрите. Где? Что? Здесь Что там за шкаф гаражом? зачарованных золотых яблок и куча патронов. Чего? И лом еще один. Это кто И за мы... даже это для пистолета тут как. Я все взял. Ой, Ребят, тут мусора куча. вот вам. Фу, тут протухшая баранина. Фу. Мне кажется, она не протухшая, мне кажется, она радиоактивная. Может Так, быть. вот вам Ралф калаш. Калаш! Вот два калаш. Спасибо. Все суперски. Да. Ребят, вот это все вам. Лера, вот тебе еще один лом. И для Так, пистолета. Лера, бери Я лом. снова оставлю. Лера, бери лом. Берите. Так, теперь бегом на ядерную станцию, потому что... Атомную, извините, я от страха заговариваюсь. Нам срочно нужно найти выживших. Хорошо, я понял. У этих выживших могут быть ресурсы. Ты прав. Ребят, запомните, стреляем в кого-то только если на нас начинают нападать. А то мы можем увидеть Я кого-то, тут. выстрелить, а он окажется живым. И в итоге вот такая вот ситуация получится неприятная. Ну вот, мы уже в этой станции. Все, пошлите. Так, что? Тут двери, Дверь не да. открывается. Здесь совсем электричества нету. Ну посмотри, тут лампы Огня нету. не было оттуда. Тихо! 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 Там кто-то есть. Берем оружие. Ой-ой, там кто-то лежит. Там кто-то лежит, присмотритесь в конце. Так, пошлите. Он лежит.
Дядя. Он не движется? Он не движется. Так. Это, походу, труп. Посмотрите, как его радиация разъела. Офигеть, конечно. Офигеть. Так, ну, давайте проверим. Может, здесь можно как-то сигнал подать. Никто его не трогал. Не-не, мы его не трогаем. Ребят, смотрите, какая-то кнопка. Давайте попробуем нажать, что будет. Так, смотрите, тут все раздолбано. Нажимаем, ничего. Давайте попробуем на эту кнопку нажать. Ой. Смотрите, лампочка горит. А это типа, наверное, аварийно. Не знаю, не знаю. Аварийное освещение. Возможно, это было что-то для тревоги, не знаю. Не знаю. А. Посмотрите, это температура реактора. 700, 1000, плюс 10 тысяч. Ну, сейчас ноль. Сейчас ноль, да. Сейчас ноль. Ладно, пойдемте тогда. Нам... Интересно, а что в реакторе? Пошлите посмотрим. У меня есть гениальнейшая идея. Посмотри, что там будет. Угу. Ну, что... Обалдеть! Смотрите, тут... Радиоактивная какая-то хрень. Что это жёлтое? Радиация, скорее всего. Ром, да, наверное. Ром, зачем ты туда прыгнул? В смысле прыгнул? Зачем ты там ходишь? А что не так? Ладно, пофиг. Как ты туда попал? В смысле? Как ты тут попал, там гений? Электричество сохранилось, представляете? Там электричество сохранилось. В смысле? В этом отсеке. Тут двери открываются, представляешь? Да ладно, ну-ка. Офигеть! Обалдеть. Кстати, тут еще сундук какой-то, я не открывал. Ух ты! Здесь комплект. Комплект брони, лом! Офигеть. А у нас у всех уже, у троих вот есть, странно. Берите, стойте! Берите все, на всякий случай. Ой-о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 й-
Фух, блин. Если что... Подожди, а давай проверим его раз. Подождите. Нет, или нет, диалит, вот этот. Давайте. Если кого-то найдем, отдадим. А если у нас сломается, окей. Что это за рычаг? Я откуда знаю? Посмотрите, здесь какие-то стержни. Да уж, это капец. Это я просто в шоке. Так, ну-ка. Ну, тихо, тихо, тихо! Рома, помоги, пожалуйста, я тут встрял жестко. Рома, помоги! Ром есть, он любые блоки. Я сейчас сорваться могу с этой палочки. Тихо. Так, блок пошел вон. Пошел вон. Тихо. Тихо, сейчас тихо, тихо. Блоков, да, тихо, 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 тихо. А! Рома! Я сорвался с этой штуки. Что делать? Подстройся. Так я тебе блоков дал. Смотри. Вижу, да. вижу. Вижу. Тихо. Если что, могу еще чуть-чуть дать. Тихо. А! Кто стрелял? Кто, блин, строил? Кто это строил, блин, вообще один слой пола всего лишь. Вообще. Строителям дизреспект. Да уж. Вот сейчас попробую. Ай! Я ногой наступил в эту хрень! Я пошел отсюда. Я эту хрень ногой наступил! Может, тебе в больницу? Блин, аккуратно, ты чего? Какую больницу? Тут нет больницы. Угу. Говорю, ты аккуратнее. Ладно, пойдемте отсюда, здесь опасно. Особенно... Блин, у тебя с ногой это все хорошо? Ты проверь. Сними ботинок, посмотри. Давайте сейчас сниму, посмотрю. Да вроде норм в ноге. Хорошо. Собаки, их чуть сапоги не разъела. Тебе дать? Ну так это, они химзащитные, это чего? Да уж, ладно. Сейчас пойдемте домой, пойдемте домой. Блин, мне что-то голова немного кружится. Все хорошо? Там, ну, ай-яй-яй! Меня сейчас там в башке стрельнуло. Ой. Рома, помогай. Ладно, да не надо, дойду уж. Мужик все-таки. Блок пошел вон. Ладно, пойдемте. Ой, сейчас, ребят, что-то хреново, я присяду на пенек. О, что-то не хреново. Ой. Андрей, сись, ау.